Друзья, всех приветствую вновь на своем канале. Меня зовут Иван. Мы продолжаем прохождение Рима 2004 года рождения. Все ваши комментарии я читаю, не пропускаю ни один. Вижу, лайкаю, отвечаю, если надо. Ну и, соответственно, все ваши какие-то советы, какие-то хитрости. В общем, все учитываю и все вижу. Ребята, спасибо, что пишете комментарии. Очень ценно для меня. Чем больше комментариев, тем лучше. Так, не забывайте, кстати, про лайки и устраивайтесь поудобней, наливайте чаек, делайте бутерброды, мы начинаем войну. Так, третья серия, значит, обстановка, небольшой брифинг, нападаем на Новый Карфаген, сейчас этот город заберем, здесь у нас голый кельт и матуген, город забираем, потихонечку развиваемся, сейчас здесь будем армию развивать, строить и нападать на Скалабис, то есть потихонечку начинаем осваивать этот полуостров, Испанию. Здесь я профукал, короче, как на меня напали Юлии, но я спокойно дам отпор четырьмя парашниками. У меня очень много стрелков, то есть для меня это прям не страшно. Здесь хоть и гастаты, два отряда, но все фигня. Так, далее я здесь, опа, сципионы, кстати, построили порт. Это нужно за этим следить, потому что... Потому что очень важно не дать им. Кстати, можно просто блокировать их вот так вот и все. Мне кажется, это будет более ценно. Так, Брут у меня здесь тоже блокнул импорт. Он сейчас, похоже, будет высаживать сюда войска и на меня пытаться атаковать. Но, блин, денег даже нету, прикиньте, короче. Здесь Нумидия у нас немножко крылья развернула, что-то, блин, почувствовала в себя. Так, это я захватил. Блин. Вот это, конечно, город захватить, но это, блин, вблизи Египта. Египет меня нападет, там вот вообще жесть, конечно. С Египтом воевать, например, сейчас это очень тяжело. Надо, конечно, саму еще развиться. А вот это захватить Африку. Так. Ну, в принципе, блин, у меня здесь... Здесь уже нечего делать. Вот они, таки. Так. Здесь у меня пацан где-то идет, да? Идет. Господин, так, что у нас, левки где-то есть, нет? Слышу, нет, ладно, значит, идем сразу в город. Ну, в принципе, и все. Заканчиваем ход, смотрим. Ой, большую армию высадился, посадил на корабли. Там и Юли у нас, смотри, появились. Адмирал и Кар. А где? Стоп. Подожди. Да, а где его флот? Здесь у нас три. Господин. Я могу все грести здесь от него. Корабли готовы. Ну все, давай встанем. Чтобы меня не достал. Сразу корабли же давай-ка готовы. Мы переобучим здесь пацанов. Да, так, здесь у нас корабли армия, готовы. Кстати, идет. Да, надо высадиться. Да, что такое-то? Кирена, где он у меня? Ага, только сейчас заходи. Высокие нормальные налоги. Так, этих пацанов мы осаждаем. Эти у нас идут на подмогу. Ну, есть член семьи. В принципе, я, наверное... А, здесь сибирийская пехота, блин. Попробуем. 25, 14, 11. Блин, грустно. С этими-то я разберусь, а эти нормально рубятся. Ну, давай, повоюем, посмотрим. На войну необычный солдат, значит просто выбросить их. Да, как же сейчас это все актуально. Опять же, смотри, раз у нас холмиста этот, у него он занял преимущественно тактическую зону положения на карте. Будет сверху нападать. Ну, блин, в принципе, так-то могу с ними совсем разобраться, тут фигня. Единственное, только вот этот чувак напрягает, у него хорошая атака. Сельскохозяйственные поля. Давай, ребята, быстрее идем. Так, высокий дух у них вроде высокий, но вообще по дефолту у иберийской пехоты не такой высокий дух, как хотелось бы. Поэтому...
Так, сюда. 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 И генеральскую охрану давай-ка. Ой-ой-ой-ой-ой. Идем сюда. Так, побежали. Побежали. И давай-ка, дудочка. Пошло-поехало. Хорошо, что не нападает еще встанческий генерал. Генерал. Надо затыкать его. Генерал убить. Куда? Генерала. Забить генерала. Все. Эх, сбежал, а. Ладно. Побежал сюда. Догонишь, нет? Нет, убежали. Попробуем, может, все-таки перехватить, нет? Не, скорость одна, да? Да. Умчался, но тем не менее он все равно проиграл. 90 человек потерял. Так, увеличение характеристики. Один полководческий талант. Так, кстати, очень хорошо, потому что ему 17 лет. А он довольно уже ленивый, но, тем не менее, уверенный полководец и атакующий. Молодец. Так, вот эти, кстати, говнюки, блин, пехота пустыни. Это проблема у них. Копия. Это реально проблема. Давай-ка в кафаб зайдем. Переобучимся. Вот эти можно, кстати, распустить. Давай храм сделаем. Блин. Да. А Карфаген что-то здесь начинает бунтовать. 14 тысяч человек. Может быть... Может быть вас убить, ребята? Что-то вы мне как-то не нравитесь. Так. Давайте коня тут сразу потопить. Так. Заходи во флот. Уничтожить. Так. Ты тебя уничтожить. Чуть не потерял корабль, прикинь. Так вот, так. Там мятежный флот пираты держат, блин. А, вонка получилась, да-да-да, я же еще не успел ничего сделать. Давай-ка здесь у меня стой, просто патрулируй. Так, еще один ход. Ну, в принципе, все вроде бы. Торговые привилегии, информация по карте, информация по карте. Денежки дай. Навряд ли получится, потому что у того тоже 3 венка. У меня хотя 4. Видишь, щедр говорит, но нет. Торговые привилегии. Нет. Так. Очень интересно. Интересно, нам тоже войска идут. Интересно, что Нумидия скажет. Ничего. Ага, я вижу, куда идут войска его. Жду ваши. Так, мне надо поговорить с этим. Он полк... О, нифига. Подожди, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Дипломат. Нет, если сейчас буду с капитаном разговаривать, он наверняка согласится. Это же капитаны. Они денежки точно нам сразу же дадут. Давай-ка, 700. Смотри. Он принимает. Я же говорю, блин, Германия. Там у нас Галли. Так. Хорошо. Идем. Ух, нифига, здесь понастроили. Идем к Фракии, короче, и к этим, к скифам. Здесь у нас подходит чувак к Селевкидам. Интересно, кого-нибудь встретит? Нет. Антиохия. Не успеет. У их лучников у них сколько? Вот они, кстати, восточная пехота, то же самое. У них вроде бы атака не такая высокая, но, блин, они против... Но они против конницы очень хороши. Так, хорошо, вот так вот сделать. Куда ты идешь, братан? Мы сейчас... Вот сейчас их просто опять отстреляем. Потому что мои болярские пращники, их вообще нельзя побить давать. Четыре отряда? Это просто уничтожение. Так, один сюда, другой сюда. Болярские пращники. Все. Ну,
два отряда, в принципе, так много при... Притасты тоже еще есть. Атака. Атака. Вас сюда, вас сюда. И вас, ребята, сюда. Так вот сделаем. Сейчас начнут ворота бить, и возможно они придут. Стоят у нас здесь два, блин. Но мы в любом случае их расстреляем. Кельты, наверное, придут. Ваши солдаты подвели таран к стенам. Таран сделал свое дело. Ваши солдаты пробили вражеские ворота. Ворота быстрее ломаются, да? Смотри-ка. Не знаю, зачем я сейчас еще ломаю стену. Трусливым врагам больше негде прятаться. Вы пробили стены. Так, давай-ка мы сделаем вот так вот. Сюда. Тебя, тебя. Давай-ка. Сюда. И вас. Сюда. Вот так вот. И у вас, ребята. Вот сюда. И тебя сюда. Побежали все. И бирийскую пехоту пока не будем трогать. Удалось подняться на стену. Теперь путь к победе совершенно ясен. Так вот. Прямо вот порешаем с пацанами. Так. Врачники, давай-ка сюда. Хороший, вставай. А вы давай-ка пойдем-ка сейчас будешь. Ты будешь их, короче, агрить на себя. Вот что я хотел сказать. Смотрим, кстати, дальность. О, блин, почти поднялись. Опа. Конница двинулась, да? Ага. О, давай, мочи их. Мочи, мочи, мочи. Ах, фу. Во, давай, 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 блин, там, конечно, мои сейчас погибнут. Ну вот наемники. Их участь погибать. Тяжелая пехота, уничтожить. Завалили. Главное пращников не потерять. Слушай-ка, я только сейчас вкусил. Ну эти... Эти, короче, все, уже точно не должны. Давай, косап, наступаем. Они не оставят, получается, этот плац. Поэтому они будут стоять и просто умирать. Так вот вас я, наверное, все поставлю. Эх ты, нет, смотри-ка, умирать идут. Идут умирать. Интересно. А, ну победа. Эти люди отлично подходят на роль врагов. Они в ужасе бегут с поля боя. Побежали. Балбесы, вас же сейчас перебьют там. А нет. 99 человек потерял. Но это больше наемников. Поэтому, извините, это ваша участь такая. Так, денежки появились у меня очень прекрасно. Сразу же священную... Иисуса убираю. Ремонт. Давай-ка. Храм Баала. Так, низкие налоги. Так, порт у меня есть, прекрасно. А, рынок. Давай-ка сразу, не знаю, да. Кавалерию давай. Вот так вот. Хорошо. Так. Очень хорошо, я считаю. У меня пока положение достаточно хорошее. Давай-ка храм Баала поставим здесь. Еще наймем конницу. Переобучим этих ребят, раз денежки появились. Так, Карфаген. Кавалерия. Кавалерия. Могучий полководец. Чё за принц стоит, мешает? Приказы. В атаку! А еще. Чё? А, я не могу атаковать, пока у меня не пройдет это, да? Понятно. Ну, ждем, значит, так. Эти у меня едут на высадку. Хорошо. Так. Здесь все у нас хорошо. Эту армию... Давай-ка сюда. Погнали, ворачивать. У нас будешь воевать в Африке. Опа. Смотри, как нам идет. С гоплитами. Такое нельзя.
пускать. Убежал. А убежал как раз под этот. Потопил. Прекрасно. Так, тебя давай-ка сейчас сразу на ремонт. Так, наемный пельтасты, давай-ка тебя вот так вот сделаем. Так, здесь переобучение. Так, дальше общинное земледелие. Давай-ка все-таки. Вообще не растешь. А, так, но греки это для меня это не страшно. Что у нас здесь, кстати? Ага, ничего. Хорошо. Юли, кстати, там могут... Что у нас, кстати, по Юлиям? А, что-то я не посмотрел у них. Военная сила. Ну нет, надо его сюда, короче, отправлять. Патрулировать. Этих тоже. Вот так вот. А, так, Лилибей. Что-то у меня здесь под вопросом стоит. А, Миссана. Сиракузы. О, кстати, блин, можно строить, но денег нету. Вот что. Поэтому надо экономику поднимать. Сейчас этот город завоюем, и у нас будет денег побольше. Прекрасно. Идем в атаку. Увеличим скорость. Так, что у нас здесь? Лучники, лучники. Ну, это, блин, нормально. У нас чисто генеральская охрана у меня разберется. Но, кстати, ливийских наемников тоже можно сначала пустить. Хоть они хоть бы разочек, допустим, швырнули свои дротики. В принципе, это нормально должно быть. Ваши солдаты и таран уже у ворот. 80-90-100. Отлично. Так, заходим. Вы тоже заходите, ребята. Трусливые враги потеряли стены. Посылайте свои войска вперед. Опа, вот так вот давай. Части поселения. Пошла в атаку. Так, сразу же тут. Да ты куда, ладно? А, это вражеский. Фу, блин, я думал, это мой, прикинь. Так, мой парень потерялся. У меня есть кимедатели дротиков. Есть, не первый бежишь, да? Побежали сюда, может, давай. 27, 46, 45, 40. Зачистили всех. Уничтожили, забили. Все, прекрасно, завершаем победу. Завершаем бой. Юлий Цезарь, война дает нам право завивать, отдиктовать. Ничего не понял, забыл. Занять поселение, ну 20 человек, господи. Очень высокие налоги, прекрасно. Все складывается, пока более-менее 900 сейчас получили мы денег. Нормально, теперь все, сейчас чисто идем, короче, эти 4 города захватывать. Что у нас здесь, тинги? Ничего. Так, здесь, в принципе, все нормально, здесь тоже все нормально. Пальма, когда уже вырастешь? 1600. Эх ты, ты в осаде. А ну-ка, давай-ка. Перестрелять. А не таки будем в осаде держать? А нет, один, смотри-ка. Строительство. 5, 5, 5, 5, 20. 20 штук потерял. Нет, не так страшно воевать. Могу прям потерять его. 39 лет. Но опять денег нет. Надо что-то захватывать, блин. Либо уже Карфаген, чтобы у меня мятежный был. Я такой пришел, его типа уничтожил его. Так. Здесь. Все нормально, все нормально. Так, селевкиды. А, ну все, в принципе. Вот это прикол, господа. Я, прикинь, забыл совсем. Без боя сдал город. И своих ребят. Это, кстати, все грустно. Надо. Египетский большой город. Мятежный член семьи. А, стой, это мятежный. А где селевки ты, блин? Эй. Египтянин. Слышу, значит, подчиняюсь. Так. Последний захвачен, последний в осаде. Так, собрал, значит, все войска, да?
А здесь три. Ага, как бы мне тебя обмануть, братан? Как бы мне тебя обмануть? Что бы мне с тобой сделать, а? Так. Ну, берем. Берем опять же эту армию. Оставляем. Ой, почему они за топ ушел? 26-30. Все, в атаку. Уничтожим сейчас быстренько их. Без единого. Без единого. Без, вообще без потерь. Так. Хорошо, начать битву. Опять он, смотри, занял. А, ну это все фигня. Опа, нет, отбой. Сюда встаем. А он на меня нападает, что ли? Ну-ка, давай-ка сюда. Принимаем. Так, вы, ребята. Так, вот встаем. По готовности. Вас тоже сюда. Так. Тебя давай сюда. А ты у меня будешь как жукцом. Давай-ка, сейчас будешь агрить их на себя. Опа. И отходи, пока те ребята вступают в бой. О, смотри, что прошло, блин. Фига себе. Ну-ка, давай-ка сразу чисти. А, это прачники! Оу, ноу! Так, опасно, ребята, блин. Ирийская пехота, уничтожите. Сбил всех с ног и просто забил. Блин, не получилось, потерял прачников. Блин, как жаль, а. На вес золота они у меня. Так, и продолжаем поход. Ой, еще прачники. Взять, а что нет? Вот смотри, решение свиты. Один полководческий талант, 2% к награбленному. Нормально, в 30 лет он там нормально будет сейчас переть. Сейчас мы ему все сделаем. А, так, а, здесь, наверное, все-таки это мы сделаем. Испанский флот пришел. Ага. Отступаем. Коралис потерял. Блин, надо же, а. Как это все было? Грустно. Так. 26. Тут тоже надо флот какой-то сделать. Вот так вот. И посмотреть, куда он будет высаживаться. Просто потопить. А, так, здесь на ремонт. А, так, нормальные налоги. Храм Баала, давай-ка. Так. Здесь у нас его поперло вроде. Так, ты давай-ка тоже здесь на ремонт. Так, ты сюда. И давай-ка здесь постоишь пока. Ого. Ничего страшного. А здесь? Фигня. Попробуем вот так вот сделать. Слушай, ну он даже на Аполлонию не пошел. В принципе, я могу Аполлонию взять. Но нужна ли она мне? Не тот человек. Нет, наверное, не надо. Зря это. Куда суваться не надо. Так, здесь у нас... В принципе, все хорошо. Так, храм Танит. О, кстати, вот, можем увеличивать уже. Так, рынок. Община земледелия. 5%. Давай на рынок наляжем. Так, вот здесь. Старенький, Бурх, 50 лет тебе. Ничего страшного, братан. Сейчас мы тут разберемся. Вот так вот. И Гелона атакуем. 25, там 38. В принципе, нормально. Сейчас устроим ему хана на мити. У меня, правда, 2 звезды, у него 3. Но, тем не менее, у меня тактика. А он сейчас сверху будет, да? А, нет. Мы, кстати, можем сюда сейчас зайти. И прямо отсюда и запалим зайти. Наверное, мы сейчас так и сделаем.
музыка, конечно, здесь, посмотри. Идут такие. Так. Ну, сейчас. Ну, из-за спины, конечно, не получится зайти. Это в руку понятно, но хотя бы. Хотя бы у меня позиция будет лучше. Намного. Вот и пустынь. 13 у них защиты, видишь? Атака 7. Улучшение при сражении кавалерии. Выносливость хорошая, боевой дух высокий. Вредные, короче, они. Представляют они достаточно проблем, если их очень много. Большие стаки. Но медийцев и вот очень много вот этих вот пехоты пустынь. Так, даем отдохнуть им, ребятам. Разогретые, свежие. Ждем, пока эти свежие станут. Все, можно нападать. Так, ты нападаешь на этих нумидийских. Я на тебе. Переход в пустынь. И там дальше посмотрим, кто пойдет. Так вот, сделаем. Началось, блин. Так, опа. Давай, бери. Забить этих ходу пустынь. Сбоку заходим. В атаку. Метатели дротиков. Иски. В атаку. Уничтожить всех. Просто чистили, прикинь. На, забили. Здесь тоже зачистить. Продолжить битву. Вон, видишь, весь отряд положил, лычку получил. Прекрасно. 68 человек потеряли. Ну ничего, на самом деле, нормально. И получили характеристики. Плюс 2 полководческий талант. А, неплохо. Неплохо. Так, что у меня игра вылетела. Так, мы, значит, продолжаем. А, Лептис Магна. Так, денег у меня здесь нету, значит, бург. А, мятежная армия может все-таки взять, нет? Ребят. Или сразу на этих пойти. Здесь 5 отрядов. Так, 50. 50 лет парню. Денег, блин, мало, кстати. Тут очень грустно. Я не знаю, нифига себе у меня жрет Карфаген. Здесь 16 тысяч населения. Слушайте, может быть здесь... Так, может быть здесь нам сейчас повоевать? Как думаете? Собрать армию. Получается, поднять налоги, чтобы он мятежным стал. И просто завоевать. Денежки, считай, лишние будут. Так, вот Бамилькар, у меня 22 года ему. Он у меня хорошо развивается. В принципе, я не думаю, что у меня здесь сейчас на меня нападут греки. Так, здесь они... Корабли готовы. Нет, он еще не сел. Вот. Так, здесь все нормально, здесь все нормально, здесь тоже все в принципе нормально. Так, Каральс, конечно, жалко, но мы в любом случае можем его просто захватить. Это не страшно. О, появились болярские прачники, блин, нужны деньги. Но нужны деньги. Так, здесь все в порядке. Последний в осаде, все в порядке. Так, к датчанам мы пришли, кстати, или нет? О, македоняне. Македония, нифига, у меня уже 6 венков. Информация по карте, информация по карте. Давай-ка сделаем одиночную выплату. Давай-ка 800, я думаю, получится все. Вот, выторговали 800. И продолжаем похождение. Так, это датчане у меня. Вот, кстати, фракийский дипломат. Ну нет, мы лучше сюда сразу пойдем. Так, в принципе, нормально здесь все у меня. С Египтом, с Селевкидами у меня здесь парень тоже идет. Разговаривает. Так.
Этот мне город интересен. Что у нас Колос Родосский? Морскую торговлю на 40% увеличивает. Аполлония тоже, опять же, ничья. О. Где тут человек? Ладно. Надеюсь, я ничего не упустил. Так, флот у сципионов появился. Ага, вижу, понял, армию собирает. Так, давай-ка на сушу. Сюда. Да, великий господин. Так, Мой продолжай повелитель. сюда. Сейчас битву придется. Вперед! Ходы кончились, мой повелитель. Одна лошадь. Господин! Господин! Мне кажется, я смогу, наверное, все-таки его атаковать. Лучники. Копейщики. Ну. Да, нормально. Давай-ка атакуем. Сейчас уничтожим. Так, поехали. Опять он в самом выгодном положении находится. Конные лучники. Тасты. Лучники. Смотрим, короче, на лучников. Как только они начнут атаковать, побежим. Блин, он будет этих атаковать. Лучники и стрелки. Так, атака. Или дротиков. Этих вот ребят уничтожить. Тех ребят мы зачистили. Побежали. Ой-ой-ой-ой-ой. Что они там нифига мне месят? Вражеский полководец бежал, как испуганный. Опа, фу, я думал, прикинь, сейчас проиграю. Добить всех. И не знайте жалости. Уже не догоню. Да, много, кстати, потерял здесь. Голос у меня все хуже и хуже. Расширение свиты. 2 награжденных героя. 20% удешевления подготовки отрядов. Ну, похоже, ты у меня, парень, не будешь сейчас воевать против Кордубы. Есть почему-то у меня такая вероятность. Так, а здесь у нас что? Здесь, в принципе, нормально все. Так, Лилибей. А, стоп. Здесь все хорошо. 40. Сколько? 2. Сел? Ух ты! Да я же вас сейчас уничтожить. Убежал куда-то. Ага, сюда убежал. Атаковать. Потопили. Еще одну армию снесли, но все. Это для нас уже получается не проблема. Так, у вас она рядом поставить, чтобы. А, вот так вот сделать. Все. Тоже потопили, опыт набрались. И сюда. Переобучение. Так, Лилибей тоже, что у нас здесь высокие налоги. А, дворец наместника. Так, а рынок пусть у нас делается. Так, здесь все прекрасно. Так, а здесь нормальные налоги. Хорошо. Давай-ка еще одну трирему сделаем. Так, Кордуба. Кавалерия с длинными щитами. Здесь пока ничего не будем строить, потому что сейчас будет, короче, у нас... Ну, будем город... Я начинаю заговариваться уже. Устал что-то. Тяжело голосу говорить. Так, будем, короче, делать мятежный город и вновь его захватывать, уничтожая всех жителей. Придется поступить так. Давай сюда. Сюда.
Так, ФАПС здесь, в принципе, нормально все. Мы еще на дороге. Так, здесь нормально. Пальма. Коралис. Так. Корабли готовы. Здесь, кстати, надо следить за тем, чтобы не убежали. Эта армия тоже сейчас сядет сюда. Надо ее подловить. Вот так вот сделаем. Так, Кордуба, у меня там и новая Оска. Господин. Так. Тоже, кстати, испанские наемники. Испанские наемники. Но здесь тяжеловато будет. На самом деле, я боюсь, что я потерял Кордубу. Скорее всего. Так. Сиракузы или Либей. Почему так мало, блин? Я не могу. 6000. Так, кстати, все, похоже, уже началось. А, это движение этной. А, так, итоги периода. Самая крупная фракция. Реформа у нас, похоже, марка или кого-то у нас прошла, потому что начали принципы появляться, да? Видишь? Так. Интересно получается. Оп, сел. Слушай, ну попробуем давай максимально убить, уничтожить испанцев, потому что сейчас будем вновь в любом случае атаковать Кордубу. И, кстати, вырежем, денежки заработаем. Ну, здесь тяжеловато, здесь даже башен нету, блин. Кто у нас здесь наемный испанские наемники? Не, ну здесь... Пробуем, конечно, вот так вот сделать. Так, ворота закрыть. Ну, блин, нет. Ну нет, город, походу, потеряла здесь. Да, здесь без... Кордуб проиграл. 19 человек все убил. Вот и первая ошибочка. Новый Карфаген нельзя сдавать. Потом быстренько давай-ка возвратимся. Мой повелитель. Марш. Ходы кончились, мой повелитель. Так. Атакуем. Пальма. А, так, Лилибей. Ух ты, ты чё, совсем что ли? Мы победили. Так, ну армия здесь. В принципе, это ничего страшного. Вот он посадил армию, сейчас же я уничтожу ее. Причем сразу же потоплю весь корабль. А нет, убежал, смотри-ка. Убежал. Потопил. Так, ну все, римляне нам не проблема. Римляне нам не проблема, это очень хорошо. Так, а здесь у нас... Ух ты. Так, начинаются проблемы, ребята. Начинаются проблемы. Мой повелитель. Марш. Так, ну, ливийский копинос это совсем не то, что нужно, что хотелось бы. Так, поставим. Так, поставим. Так, Кротон. Ну, эти армии потеряли, поэтому, в принципе, я контролирую море. Там уже галы, смотри-ка. Разошлись. Все, давай вот так вот сделаем. У вас сюда. Давай-ка римлян немножко посадь.
Поосаждаем, посмотрим. Так, а здесь, в принципе. Ладно, ребят, давайте на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Увидимся на следующей серии. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Всем до скорой встречи. Пока-пока.